Как просто нарисовать такую картинку? Сейчас покажу. Берем акварельную бумагу, перьевую ручку лами, рисуем линию с такими закорючками, это будет земля. Чистой водой размываем линию, получаем такой эффект. Вот даже такой. На этой земле ставим прямоугольник домика. Вот даже пускай с кривыми и немножко неровными стенами. Посередине наверху ставим точку. Проводим линии крыши туда-сюда. И у крыши есть толщина туда-сюда. Моментально делаем там тенюшку с одной и с другой стороны. Ставим две точки и выше проводим загогулину. Это будут арочные двери, проводим две линии вниз. И моментально туда тень. Проводим пару полосок сбоку. Это будут окна. Две линии вниз, две линии вниз. Чуть побольше чернил туда и водной кистью моментально тень. То же самое и с дверью. То же самое и с крышей. Рядом простейший человечек для самоштабности. Ему тоже размытие. На крыше простые текстурки с одной и с другой стороны. И тень слева. Рисуем небольшое дерево за домом. И сразу же размываем, приносим ему немножко тени. С другой стороны дома дерево пусть будет немножко повыше. И с ним поступаем таким же образом. Чуть показываем воздух, чуть показываем листья. Обводим наш скетч симпатичной рамкой. Чуть-чуть показываем колонны. Вот они сбоку и с этого боку. Наверх небольшое окошко. Внизу делаем подпись и дату и наш небольшой эскиз. Сделанный быстро, просто готов. Уроки по такой графике в описании к видео. Меня зовут Эдуард Кичигин. Подписывайся.